включай. Итак, по многочисленным просьбам зрителей мы продолжаем обзор советского мопеда Рига 2 марки Гауя. О, владелец Владимир Иванов. Всем знакомый. О, да. О. Когда вы приобрели этот мопед? 70 лохматых. Вот так. Но мопед претерпел кое-какие изменения из-за нехватки запчастей, да? Да. Вот. Пришлось колесо усилить назад, чтобы надежнее. Вот. Ну, колесо родное, переднее. Да. Двигатель, вот. Конечно, двигатель, ну, пришлось заменить. Запчасти для пятого было не достать. Пришлось двигатель поставить. Ну, понятно. Ага. Ну и сейчас тест пройдет мопеда небольшой. Вот. Начинаем с запуска двигателя. То есть нужно открыть краник, да? Открываем краник, подсасываем, да. Бензинчик. Угу. И нужно иметь хорошую физическую подготовку, чтобы его запустить. Компрессия хорошая. Да, не то, что современный тут на ключик, джик, а тут человек должен иметь спортивную подготовку, да. Что раньше это было у всех. Ну чего, до конца открытия нет? Ну, начинаем запуск с запустился хорошо, довольно таки, но заглох почему-то. Угу. Главное, чтобы на дорогу не выехал. Так, на дорогу там поаккуратней. Продолжаем запуск. Запуск мопеда. Ага. Ноги должны быть сильными. Ну, опа! Все. Запуск провелся легко. Нужно прогреть. А воздух закрытый. Хорошо. Поэтому мы воздух приоткрыли. Ага. Ну, требуется прогрев. Оп! Что, бензин кончился? Да ну, бензин не кончился. Не? Краник закрыл. Не, наверное, все. Надо еще воздух открыть. Давай, открывай воздух. Немножечко приоткрыл воздуха. А то видео много не снять. Так. Туча там на горизонте. Давай. Опа. Давай, газуй. Ну и пару кругов вокруг гаражей. Так, так. Так, надо пару кругов вокруг гаражей. Сейчас легко, легким движением. Давай, сходу и туда пошел. Ну, заводит уже уверенней. Уверенно пошел. Внимание! О! Проносится мимо. Еще круг. Еще круг. О, о. Ну уже. Выезд из-за угла то самый такой эффективный. Поэтому упокатил. Слышал? Ну.
Вот сейчас не поеду нормально. Еще кружок. Ну давай, последний, еще круг. Кто-то с воздухом. Ага. Снимаешь? Только открыл сезон и немножко неуверенно себя чувствует. Но, скажем, кругом мастерство растет. Ой. Ну, подножка. Не хватает подножки. На мопеде не хватает подножки. Все. Следующий выезд за грибами, да? За грибом, за грибом. Техника испытана. Краник закрыл, сейчас поеду. Краник закрыл. Доехал, труп. В карбюраторе хватило. Ну, все тогда на том.